Университет Жанес в Риме. Это были обалденные 3 дня. 3 дня эмоций, 3 дня насыщения знаниями, тренингами и, конечно, 3 дня осознания и принятых решений. Наша команда, команда Олимп-24, проделала более 2000 километров для того, чтобы побывать на данном обучении. Ребята сейчас полностью, так сказать, начинены, нафаршированные эмоциями, решениями, готовы к действию, к бою. И сейчас я хочу взять интервью, и давайте мы тихонечко подслушаем, подсмотрим, о чем же думают они, какое мнение, какое впечатление у них после нашего университета Жанес в Риме. Во-первых, больше всего поразило это масштабность мероприятия, объем кампании, глобальность. Вот. И тренинги там давали, были 20 бриллиантов миллионеров, которые зарабатывают по миллиону долларов в год. Они давали тренинги. И я оттуда вынес для себя, что в этом бизнесе не бывает легких путей, лифта не бывает, только ступеньки, по которым надо идти, идти и идти, нарабатывать свой опыт, свой профессионализм. Вот. И еще что, в чем я еще раз убедился, это то, что на рынке сейчас нет более выгодного предложения, бизнес-предложения, чем Жанес. Во-первых, он меня поразил своей масштабностью и организованностью. Было очень много людей. И очень много людей выступало на сцене, успешных людей. Они делились своим успехом, как они достигли успеха. Причем это были разные люди, разные национальности, разного возраста. И они говорили, не скрывая. И вот именно это поразило каждого человека. Ну и меня то же самое. Я нашла у каждого, что-то находила для себя. И, конечно, я поняла, что это нужно делать быстро, четко, чтобы быть успешным. Не останавливаться, а быстро двигаться. Вот это очень важно. Действительно, Жанна, это архиважно. Почему? Потому что когда ты чувствуешь рядом плечо твоих друзей, твоих единомышленников, потому что даже можно сказать, мы не зря говорим лозунг «одна команда, одна семья, один Жанес». Потому что действительно, когда путешествуешь вместе со своими друзьями, с партнерами, когда ты каждый день с ними делишь кусок хлеба, когда ты делишь с ними радость, которая наполняет тебя во время этих событий, это, конечно же, намного глубже и больше влияет и на тебя, и на твою команду на вот таких вот событиях. И там же рождаются более тесные связи внутри вот наших коллективов, мини-коллективов, и они разрастаются все больше, больше и больше. И чем больше людей посещают такие мероприятия вместе с тобой, тем сильнее ты в бизнесе. А мы ведь пришли строить бизнес сюда. Именно поэтому вот я вижу важность выезда именно командой вот в этой позиции. Честно признаюсь, путешествие с командой – это совсем другие ощущения. Это, во-первых, мы узнавали друг друга совсем с другой стороны. Мы вместе пережили быт какой-то свой определенный. Вместе видели новые места, в которых до этого не были. И я думаю, что наша команда сплотилась еще больше от этого, поскольку уже мы перешли на новый уровень взаимоотношений. То есть партнерство наше еще больше углубилось. А что касается самого Рима и этого грандиозного мероприятия, на котором мы были, честно признаюсь, у меня такие смешанные чувства. Во-первых, было вот такое немножко даже разочарование. Разочарование почему? Потому что мы пришли в зал,
в котором было 5000 человек. И среди этих 5000 было порядка 20 бриллиантов компании Janess. Бриллиант — это люди, которые зарабатывают более 100 тысяч долларов в месяц. А мы сидели, вот каждый, вот я лично за себя говорю, не знаю, то, что чувствовала, я лично в своей квалификации чувствовала, ну как так? Кто мы на этом празднике жизни? Но с другой стороны, что я такого позитивного, какой толчок я ощутила внутри себя? Все эти 5000 человек — это все люди, которым нужен Janess сегодня. И каждый раз, когда вот ты сидишь, я сижу, да, где-то там у себя там, в офисе, дома или где бы то ни было, и думаю, открыть ли мне рот, и позвать ли мне этого человека, нужен ли ему Janess, вспомни вот тот зал и эти тысячи людей, которые пришли, которым нужен Janess, которым нужен продукт, нужен бизнес, который закрывает квалификации, который зарабатывает деньги. И вот это реально стимулирует. То есть я думаю, что у нас нет вообще теперь ни минуты на промедление, нужно работать, рвать и метать, потому что рынок сейчас уже просто геометрическая прогрессия, в какой скорости он захватывается. Нет времени просто на промедление. Что я получил на обучении, на событии, время, это, конечно, ошеломляющий всплеск эмоций, но я четко понял, что находясь в зале с 5000 людей, которые эмоционально и концептуально думают в одном направлении, я понял, что служить людям – это самая наиглавнейшая цель, и если мы будем это делать, то, конечно же, к нам будет больше и больше людей присоединяться. Вот это самое основное, что я вынес из этого события. Олимп 24. Вместе мы достигнем большего.